Творческая деятельность театральной студии «Театралка» и клуба «Зеркало» в молодежном центре началась с первых актерских успехов. На международном конкурсе «КИТ» жюри высоко оценили постановку по произведению Ивана Бунина «Чистый понедельник» и присудили ей звание лауреата второй степени. Играть на камеру начинающим актерам было непросто, но даже это не помешало отыграть спектакль на высоком уровне. Руководство молодежного центра присылает положение и говорит: хотите поучаствовать, для этого нужно снять. И мы, вместо того, чтобы выпустить премьеру, мы как бы ее выпускаем в режиме записи. Записываем спектакль и отправляем на конкурс. И вот буквально когда на днях, 2-3 дня назад, когда это было, нам говорят то, что мы вот стали там лауреатами. Всего за полтора месяца работы над спектаклем начинающие актеры прочувствовали непростые судьбы бунинских героев. В постановке задействовано 10 человек, которые постоянно создают действия на сцене и помогают развивать диалоги героев. Педагоги студии решили отойти от приемов классического театра и привнесли в спектакль новые творческие решения. Оно необычное, нестандартное. Мы решили не идти прям по таким канонам старого русского театра, да, все равно как бы нам самим интересно пробовать что-то, чего, например, нет у нас в театре, да, и поэтому мы как-то смотрим, делимся с Женей часто какими-то своими впечатлениями о просмотренных спектаклях, о каком-то, ну, о каких-то интересных там ходах, да, обсуждаем это и потом привносим в наш спектакль. Спектакль «Чистый понедельник» открывает цикл постановок, которые посвящены отечественным нобелевским лауреатам в области литературы. Для зрителей премьера пройдет 13 декабря в 19:00 в молодежном центре. Вход при наличии QR-кода, а количество зрителей не более 50 человек. Все приходите 13 числа в понедельник в 19:00 в актовый зал суда. Мы вам покажем замечательный спектакль, над которым, ну, правда, была проделана длительная, кропотливая работа. И мы без вас не можем, потому что театр без зрителя, кому же он тогда вообще нужен? И для ребят это очень важно, именно почувствовать дыхание зрительного зала. Сейчас Евгений Цыпаев и Павел Козлов работают с ребятами над следующей постановкой по стихам Бориса Пастернака. Премьеру планируют представить в январе. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.